Вот такую съемочку у нас тут ведут. Канал BBC. Я прям хотела тоже попасть. Но мне сказали, что я лицом не вышла. Поэтому я свою веду съемочку. Как нам только что стало известно, сегодня, 3 июня 2019 года, в Великобританию с государственным визитом прибывает президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп со своей супругой Меланией. Он будет в Великобритании в течение 3 дней находиться с дружеским визитом. Также он встретится с королевой Великобритании Елизаветой II и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Видите, какой у них микрофон, какая у них камера огромная. Да, так вот, президент Трамп сейчас в Портсмусе, вот там напротив, если вам видно, совсем недалеко, друзья. Вот я даже думаю, вот был бы у меня дрон, знаете, есть такой дрон маленький, на который можно камеру установить, и вот так вот его, он управляемый автоматически. Вот был бы дрон, я бы сейчас раз бабах его туда и показала бы вам визит Трампа в Англию и в частности в Портсмус. Скорее всего, что он будет смотреть там музей, наверное, старинных кораблей. Корабль «Виктория», который там стоит, который можно посещать как музей, и на котором вот получил свое смертельное ранение адмирал Нельсон, и на котором он умер. Вот этот корабль «Виктория». Покажу вам его фотографию, кому интересно. Не знаю, получится ли мне туда с вами съездить, но думаю, что и многим и не интересно, и не хотят. Вот. Так вот, тут у нас и пушки с пристани палят в связи с посещением Трампа. Вот сейчас выключила свою камеру, только выключила, и стали бахать пушки. Жалко, не услышали вы. Вот такой вот салют пушечной канонадой встречают президента Трампа. Я прям могу даже делать вам репортаж по визите Трампа в Англию. Может быть, он заинтересовался вот этой вот нашей Millennium Tower, очень красивой белой. И вид там шикарный. И там стеклянный пол. Ходить интересно там. Я говорю о Трампе и его посещении Портсмуса. Вот. А интересно, у вас освещается это где-то по телевизору или где? Вот что Трамп посетил Великобританию, и что встречался с королевой Елизаветой II, и что сейчас вот он прибыл в Портсмус. Вообще освещаются вот такие вот события, интересно, в телевидении, в российском телевидении?